2 мая в Каспийске на площади имени Ленина состоялась первая репетиция праздничного парада Победы, который пройдет 9 мая. В нем примут участие 13 расчетов – пограничники, ФСИН, кадеты, юноармейцы, женщины КФЛ, военный оркестр КФЛ совместно с коллективом из Буйнакска, рота почетного караула и многие другие. Напомним, что данный парад ежегодно масштабно проходит в Каспийске. В этот день в муниципалитете собираются гости со всей республики, представители различных государственных учреждений, глава региона Сергей Меликов и многие другие. Кроме того, на территории города будут развернуты различные тематические площадки с трофеями поверженных противников, расположена полевая кухня и военная техника. Отметим, что репетиции также пройдут 4 и 6 мая.